Мы прочитаем один стих, который записан в Псалме 126. Псалом Соломона, первый стих, Псалом 126. Песнь восхождения Соломона. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Существует высказывание, что малое становится великим, если в нем Бог. Но также можно сказать наоборот, что многое становится ничем, если в нем нету Бога. По сути, об этом и говорится в этом псалме. Если наши действия не управляются Господом и не соответствуют Его воле, это напрасно трата времени и сил. Мы можем строить планы, мы можем открывать организации, чтобы служить Богу, мы можем иметь хорошие свидетельства, большие результаты, но если в этом всем нету Бога, то лучше бы мы не делали ничего. Это было бы лучше. Человек предполагает, а Бог располагает. Интересно, что именно этот псалом написал Соломон. Один из самых богатых людей своего времени. И при этом имел власть в своей стране, был царем. Любое свое желание, любую мечту, любой каприз ему нужно было просто приказать. Люди были готовы идти даже на смерть, чтобы исполнить волю царя. Представьте, когда у вас есть безграничная вот такая возможность. Вы можете просто делать, что вы хотите. И вот в этом всем он понимает очень важную истину, что это все, что он имеет, это ничего. Потому что если Бог не благословит, если Бог не будет идти с ним, то это все напрасно. Все, что он будет делать, все его цели, все его планы напрасно. Все его сила, богатство, власть – это все напрасно, если Бог не благословит. Первое, что он говорит в этом стихе, когда мы читаем о строительстве города, что Бог – если Бог не созиждет дома, не будет строить, то напрасно трудится строящий его. Я думаю, что большинство из нас понимают, ну, что такое строение дома. Кто-то, может быть, сильно знает, работает. Многие в церкви у нас работали или работают в строительстве, поэтому много что знает. Кто-то, может быть, так чуть-чуть знает об этом. Знаете, кто-то, может быть, даже строили, кто-то из вас строил себе дом, поэтому знает много нюансов. Знаете, можно нанять самого лучшего архитектора, чтобы он сделал самый хороший план. Можно найти самое хорошее место. Можно нанять самых лучших строителей. Можно купить самые лучшие материалы. Но если Бог не благословит, то это все напрасно. Жил один человек, у которого была большая семья. У него где-то 6-8 детей.
Они жили в поселке, такое большое достаточно, такое село, поселок городского типа. И у него был небольшой дом. Так как все-таки большая семья, им всем было тесно. И вот у него появилась мечта, чтобы у каждого из ребенка была своя комната в доме. Он поставил себе за цель, чтобы построить большой дом, чтобы хватило места всем, чтобы у каждого из ребенка была своя комната. Так как работы не было там, где он жил, такой работы, которой он бы мог заработать на материалы, на строительство, ему приходилось уезжать уже в город куда-то, в столицу, для того, чтобы заработать больше денег, для того, чтобы строить дом. Время и шло, он строил дом. И дети вырастали. И когда он построил этот дом, дети выросли. Они создали свои семьи и оставили родительский дом. И вот он в большом доме остался с женой. Отопление не дешевое, дорого. Надо им вдвоем содержать этот большой дом. Они живут в поселке, чтобы продать его тоже. Не все хотели бы купить там и жить. Как вы думаете, это напрасное строение? Это напрасное строение, потому что цель не достигнута. Дети же не живут в этом доме. Была определенная цель. Человек потратил годы, и оказалось, что это все напрасно. Мы можем строить планы, мы можем строить семьи, мы можем читать много литературы, мы можем ходить на семинары, мы можем строить отношения, но если в этом во всем нету Бога, то это все напрасно. То это все напрасно. Второе, о чем говорит Соломон, о гражданской обороне. О том, что если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Сколько миллионов или даже миллиардов долларов в Америке тратится на армию, на оружие, для того, чтобы армия была сильной, для того, чтобы защитить, для того, чтобы показаться, что ты очень силен, могущественен перед другими странами. Сколько сил и времени тратится для того, чтобы всегда и всегда сделать самое лучшее и лучшее оружие? Знаете, Бог тут говорит о том, что сколько бы усилий не было бы потрачено на то, чтобы какая бы большая армия не была, если Бог не сохранит. Если Бог не сохранит, то никакая армия не поможет, никакое ядерное оружие не поможет. Я думаю, что для нас очень яркий пример, который недавно был, это та страна, которой большинство из нас, мы оттуда выехали. Это Советского Союза. Это та страна, которая, мне кажется, самое больше вкладывала в том, чтобы была большая армия, чтобы было большое войско. Я думаю, что старшие братья, они знают, которые жили там, в Советском Союзе, потому что я думаю, что они все служили. Все должны были служить в армии. Все должны были быть солдатами. Ихняя идеология была направлена на разрушение веры в Бога.
Это страна, которая сказала, что мы по телевизору покажем последнего христианина. Или вернее, покажем последнего попа, православного батюшку. 15 стран входили в Советском Союзе. 15 стран. Страна, которая считалась достаточно величественной, сильной. И Советский Союз за сколько времени разрушился? Ну, говорят, что вот официально за один день. Хотя говорили, когда вот произошел вот этот распад, уже, в принципе, это было формальностью, потому что до этого уже все было понятно, что никак не удержать. И причина, конечно, причина, люди говорят, что в экономике. Но я скажу, что причина в том, что они отвергли Бога. И Бог взял свою охрану. Бог забрал. Он сказал все. Ничего не помогло. Ни армия, ни оружие, ни ядерное оружие не помогло. Хороший пример библейский, я думаю, то время, когда в народе Израилем было полно идолопоклонства, когда они забыли своего Бога, когда они приносили жертву формально, они уже не поклонялись истинному Богу, когда Бог сказал, что никакие египтяне, никакие союзники вам не помогут. Никто. Я отдам вас в рабство. Ничего вас не спасет. Никакая другая армия, ничего, если Бог не сохранит, если Бог не охранит города, то никакая армия не спасет. Если Бог не охранит страну, то ничего, ничего и ничто не спасет. Я не хочу сказать, что нам не нужна полиция или армия для того, чтобы сохранить, но важно в приоритетности, важно понимать, что все зависит от Бога, важно понимать, что все в Его руках. Я недавно смотрел новости. Я вообще не любитель смотреть новости. Я очень редко смотрю, но я там услышал, какие там кто-то мне сказал за Украину, и мне интересно было посмотреть. Я начал смотреть, там потом, знаете, когда ты начинаешь смотреть одно, потом другое, там смотришь уже в Америке, что потом то. И знаете, такое, какие-то заговоры, какие-то это. И я в конце, после того, как я посмотрел все это, мне аж стало грустно. Я думаю, что случится, как дальше жить, как быть? И потом, знаете, как-то я словил на мысли, подожди, что ты переживаешь? Есть же Бог на небесах. Бог на небесах, который все видит. И что бы ни планировали, что бы ни имели, какие бы планы ни имели, Бог может в один момент все разрушить. Для нас, как для христиан, важно помнить об этом, что есть Бог, который все это видит, есть Бог, который все держит под своим контролем. Понимать, что доверять своему Богу, что Он знает все, и Он понимает, у Него есть, в Нем есть охрана. Искать Его волю, понимать, что все в Его руках. Пусть Бог благословит нас, чтобы в нашей жизни было меньше напрасного и больше для славы Богу. Аминь. Давайте.